Здравствуйте, мои дорогие любители пасхалок, секретов и отсылок в нашей всеми любимой интернет-паутине. Ну и давайте же, чтобы долго не дожидаться, начнем наш сегодняшний выпуск. Итак, первая пасхалка. И благодарность за нее достается одному из первых и одному из лучших подписчиков моего канала под ником Бункер Апельсина. Если в поисковике Google ввести словосочетание «Zerg Rush», как это показано на видео, то появится целая куча букв «О», которые как безудержные лангольеры сожрут все, что находится на странице, и мы увидим вот такое вот послание. Идем далее. Если на всеми нами любимом сайте youtube.com в строке поиска ввести Fibonacci, то мы увидим, как видео на странице расположатся в определенном порядке, который образует знаменитую спираль Fibonacci. Третья пасхалка. Заходим на сайт www.omskmap.ru и на флешке карте кликаем по букве О в словосочетании «Омская область». И кого мы видим? Следующий секрет. Заходим на сайт g7.ru/pworkscities и в словосочетании «Наши работы» кликаем по точке. Тут же нам дастся возможность поиграть в небольшую игрушку. Переходим к пятой пасхалке, и опять же за нее получает благодарность все тот же подписчик под ником Бункер Апельсина. Итак, заходим в поисковик Google и набираем словосочетание Google Gravity, как это здесь показано. И что мы видим? Все-таки страшная сила – земная гравитация. На сегодня это была последняя пасхалка. Кому понравилось мое видео, ставим лайк и не забываем подписаться на мой канал. Огромнейшее спасибо всем, кто присылал мне пасхалки для этого выпуска. Продолжаем присылать новые пасхалочки и секреты мне в личку. И вы не будете забыты. Также шлите мне пасхалки из игр и фильмов для моих следующих выпусков. Ну а на этом все. До встречи на следующей неделе. Пока!